В соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 года номер 5 ФЗ о ветеранах и постановлением Кабинета министров Республики Адыгея 22 марта 2010 года номер 46 о порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, предоставляются единовременные денежные выплаты на строительство или приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. В нашем районе за 6 лет подобные сертификаты были вручены 94 ветеранам. 9 марта глава Кашхабльского района Заур Хамирзов вручил уведомление о получении сертификата о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветерану войны, нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Долгожданное уведомление о получении сертификата на сумму 905 тысяч рублей получил житель Дмитриевского сельского поселения ветеран и участник Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Шевченко. Вручая документ, глава района поинтересовался состоянием здоровья ветерана, пожелал ему благополучия, крепкого здоровья и активного долголетия. Василия Алексеевича поздравили также начальник управления труда и социальной защиты населения по Кашхабльскому району Рамазан Гержануков и глава Дмитриевского сельского поселения Руслан Тутаев.